вот, ну, знак благодарности. Ну, то есть, как бы я из-за этого, конечно, расстроена. Тату настоящая, да, ты хорошая умничка. Спасибо, почему Алена ушла с проекта? Она не ушла с проекта, ребята, она на месте. Вы же дрались, с кем дралась? Селена, как дела? Нормально. Ну, ведущие посчитали не выгонять. Ну, как бы, как посчитали ведущих, так и сделали. Сегодня две пары выступают все. Сегодня выступают все пары. Армизон, давайте привет. Привет, Украина, привет. Блин, я же этой рукой буду еду брать. Да, у меня чистая рука. Ладно, я не скажу свои секреты. Привет, привет, привет. Татуировка значит, что богиня своей вселенной, перерождение меня, я не знаю. Вообще хочу скоро в будущем сделать татуировку Дом 2. Вообще сначала смотрите, у меня в планах застраховать свою задницу. Буду страховать свою задницу, чтобы всякие разные Степаны Меньшиковы и Николай Должанский больше не смели своими похотливыми ручонками прикасаться ее. Барнаул, привет, да. И, в общем, короче, буду страховать свою задницу. Все уже поддержали эту идею, поэтому скоро я буду страховать свою жопу. Раз уж моя жопа постоянно находит приключения в руках Стёпы и Коли, то я считаю, что нужно ее застраховать. Люминкранцы участвуют в конкурсе, да. О, хочу вот этот цвет. Да? Иванченковых? А зачем? Смысл их загонять? Они же пара. Мы здесь, Илья. А что, давай, я тебя знала. Ребята, у вас будет пауза еще, надо в студию пройти. Не знаю, всех позвал Саша Стулев. А ты даже участников? Сам сюда придет, да, да. Что за вечеринка тут? Можно шматить? Голд? Очень хорошо себя чувствует после операции. Денисе, бегом, 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 мы так снимаем. Да, прилоза? Да, конечно. Конечно. Все, ребятки, я все люблю, целую, я приезжаю на конкурс. Все, один.